Более 14 миллионов рублей на нужды города. Такую сумму получил городской бюджет из окружной казны на выполнение финансовых обязательств в 2017 году. Изменения в бюджет одобрены сегодня на сессии городского совета. Расплатиться с долгами и украсить город. На эти цели городской бюджет получил трансфер из окружной казны в размере 14 миллионов рублей. 10 миллионов администрация Нарьян-Мара направит на завершение работ на очистных сооружениях в Качгарте. Будет погашена кредиторская задолженность и по завершенному объекту в старом аэропорту в сумме 3,2 миллиона рублей. Также город получил окружной грант с учетом софинансирования на благоустройство. Будет, значит, заменен баннер, посвященный Дню Победы, который вот около Вечного огня, там есть на заборе баннер. Вот туда, значит, и вторая сумма пойдет на приобретение, изготовление арок в виде ворот. Это на Марацей, так скажем, ярмарочных таких арок красивых будут в виде ворот, там с морошечками, очень красиво. Рассмотрели на сессии изменения в формировании муниципального дорожного фонда. Согласно прогнозу, в 2018 году он будет увеличен с 45 до 53 миллионов рублей. Увеличение суммы обосновано необходимостью ремонта дорог и междворовых территорий. В целом, говоря о бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года, финансист отметила его дефицитность. Согласно проекту, доходы составят 707 миллионов рублей, расходы – 711. Миллионов. Дефицит планируем перекредитованием, то есть у нас муниципальный долг на сегодняшний момент, он у нас 65 миллионов рублей, поэтому будем перекредитовываться, чуть будем брать больше. Дефицит у нас будет в районе 4 миллионов. К детальному рассмотрению финансового документа городской совет приступит в начале декабря. Валентина Чибичек, Леонид Шишилов, телеканал «Север».